Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Демоникс, мы с вами собрались, а значит будем что-то пробовать, поехали. Сегодня мы будем пробовать роллы из радуги вкусов. Мы взяли 1 метр роллов, 1,5 килограмма за 499 рублей. Еще нам сунули какой-то спайси соус. Так, сколько там? Три салфетки только дали. Это уже не радует. Нам типа рассчитали на 5 персон, а мы сидим вдвоем и будем все сейчас кушать. Уже проголодались. Доставка ехала. Так, сколько она ехала? Не вижу время. Потом уточню. Давайте посмотрим, что нам все-таки привезли. Ну, ехали где-то 1:20, сказали 1:10. Ну, в принципе, нормально. Так, у нас здесь вот три такие упаковки. Мерить, конечно, не будем. Поверим им, есть ли там метр или нет. Так, открываем. В принципе, выглядит красиво. Такие тоже. Это запеченное. Это тоже обычное. Жареных здесь нету. Вот этот соус. Так. Унаги соус, точнее. Там соевый соус, мед, оливковое масло и сок имбиря. Такс. Имбирь. Норм. Палку сюда. Нормально, остренький такой. Васаби. О, не, васаби чуть слабовато. Еще возьмем. Не, васаби. Ну, немного в нос пробивает, но слабовато. Я люблю прямо ядреный. В принципе, будем кушать. А, ну давайте один ролл хотя бы. Вот этот мне понравился. Здесь, походу, тоже унаги. Вот. Возьмем его так. Так как рука занята. Не очень удобно. Просто попробуем. Один ролл. Примерно так. Здесь тоже унаги соус, походу. В принципе, нормальный ролл. Это что такое? Крышка. То ли сыр, то ли еще с майонезом, что ли. Больше на сыр похоже. Сверху черный кунжут. Здесь икра, типа, не знаю, настоящая она или нет. Скорее нет. Здесь сыр дешманский. Да, дешманский плавленый сыр. Ну, дешманский такой. Более-менее, в принципе. В принципе, нормально. За 500 рублей вот столько роллов, это по цене дешево, даже очень. Даже самому готовить, в принципе, дороже будет. В принципе, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Мы будем кушать. Всем пока.